Ты сегодня спас людей, сержант? Лучше бы вообще без этого обошлось, сэр. Нас послали с пустыми руками, чтобы все мы могли делать вид, что войны нет. Да, нет войны, блин, как же. Тогда почему нам связывают руки? Черт возьми, пора начать драться в полную силу. Сэр. Давай. С такими ограничениями у нас нет шансов, капитан. Пускай они говорят, как нам делать нашу работу. Эту ячейку вели неделями. Так у тебя есть ценные разведданные? Да дофига, сэр. Ладно, Гарик, ты со мной. Ответственность взяла Алькатала. Но приказ отдал Волк из Урзыкстана. Там Алекс ищет украденные химикаты. Ему нужна будет помощь фронта освобождения, так что пусть свяжется с командиром. Знаешь командира, Карим? Мы знакомы. Сошлитесь на меня, а то его убьют. И что передал капитан Прайс? Командир Карим, меня зовут Алекс. Я слушаю, Алекс. Это засекречено. Идите, братья, готовьтесь. Двое суток назад террористы украли груз русского газа. Так поступает только Алькатала. Люди Баркова не различают Алькаталу и ваших бойцов. А для меня нет разницы между Алькаталой и людьми Баркова. Они все террористы. Мы бы никогда не стали использовать яд. Надо найти его, пока... Пока что? Не увезли в Европу? Или Америку? Мы с этим каждый день живем. Командир, уже пора. Кто это? Алекс, это мой брат и заместитель Хадир. Вы из ЦРУ? Он работает с капитаном Прайсом. Так вы убиваете людей Баркова? Есть друзья, они могут помочь. А решать уже вашей сестре. Конечно. Моя сестра командир. А люди Баркова все еще здесь. С оккупацией надо кончать. Хоть с этим мы с вами согласны? Люди генерала Баркова контролируют город. У нас есть план, как это изменить. Ракет у нас нет, но методы есть. Если ты с нами, мы поможем. Но ты должен сражаться. Что ж, за дело. Добро пожаловать в Урзыкстан. За мной. Эти тоннели — наша жизнь. По нашим данным, русские командиры сегодня в городе. Устроим им засаду. Как? Взрывчатка. Это их отвлечет. И оттянет охрану с русской базы, что даст нам возможность атаковать. Мы должны отдать все силы. Если увлечься, можно потерять и себя. Готовься к атаке на базу. Удачи. Алекс, бери заряды. Взрывчатка с удаленным подрывом. Спасибо. Присмотри за сестрой. Удачи. И тебе. Здравствуй. Сюда. Скорей. Американец. Он надежный. Вот, Алекс. Надень. Как я выгляжу? Сойдет. Тарик, какие новости? Русские рядом. Если они увидят ваше оружие, начнут стрелять. Тогда наш план провалится, еще не начавшись. Алекс, оружие нас выдаст. Не показывай его русским. За мной. За тебя езды сегодня не будет! Я ничего не знаю! Да, войска Баркова заняли весь город. Сегодня все будет очень строго. Прибывают офицеры. Не стоим! Сам Барков будет? Вряд ли. Он прячется, пока другие делают за него грязную работу.
Что за грязная работа? Наказание. Мужчины работать! За то, женщины к машинам! Здесь мы разделимся. Делай, что скажут, чтобы не выделяться. Несмотря на мою щедрость, в Казахстане еще остались те, кто отвергает путь, ведущий нас всех к безопасности, миру и процветанию. Не двигаться! Я прошел! Иди налево, по переулку. Видишь того солдата? А ну стоп! Нет, нет! Пожалуйста! Убери. Карим? Береги себя, сестра. А ты находчивый. Хорошо. Пошли. Я поставила дальше своих людей. У них будет для нас взрывчатка. Мощный взрыв оттянет войска от русской базы. Черт. Солдаты Баркова нашли моих людей. Они, наверное, уже мертвы. Шуметь нельзя. Нужен глушитель. Найди масляный фильтр. Используй его как глушитель. Поищи в гражданских машинах. Я пригляжу за охраной. Да, подойдет. Хорошо. Возвращайся и заходи справа. Бери двоих. Остальных сниму я. Чисто. Не шуми. Стой. К двери не подходи. Осторожно. Могут быть растяжки. Взял на прицел? Ага. Я под обстрелом! Чисто. Сюда. Жаль твоих связных. Взрывчатка у нас. Их жертва будет не напрасной. Прячь оружие. Мы выходим наружу. За мной. Я проведу. Если идете против генерала Баркова, из вас делают пример для остальных. Кто это? Пожалуйста. Ей просто страшно. Разойдись. Я сам вижу, что с ним. Ты понимаешь, почему мы это делаем? Они повешены, черт, потому что... Это же военное преступление. Наказание за украденный газ. Барков хочет преподать урок. Что мы можем сделать? Видите? Выполним свое задание и положим конец жестокости Баркова. Мы уже договаривались об этом, но иногда необходимо напоминание. Барков посылает вертолеты. Мы их сбиваем. Сюда прибегают солдаты с базы. Что даст нам возможность атаковать? Взрывчатку на вертолеты. Я тебя прикрою. Если будут охранники, снимай их, но бесшумно. Встретимся тут, когда ты закончишь. Тебя заметили. Еще охрана идет. Если будут охранники, снимай их, но бесшумно. Встретимся тут, когда ты закончишь. Продолжают совершать бессмысленные атаки во имя так называемой свободы. Врача! Доморощенные террористы, крах вливаемый в великую страну. Здесь не будет ни мира, ни порядка. Пока мы не изведем под корень тех, кто поддерживает этих дикарей. Рабочие здесь! Я сейчас... Мое правосудие будет быстрым. Никаких судей и присяжных. Только преступления и наказания.
Полезная штука, эти масляные фильтры. Угрожает покою и безопасности законопослушных граждан. Сегодня они будут наказаны. Те, кто возомнил, будто моих солдат можно победить террором и тайными планами. Минус два. Неплохо. Я никогда, повторяю, никогда не отдам эти земли на растерзание ворам и террористам. Я у цели. Ты знаешь, что делать. Искорени. Алекс, ты уже на крыше рядом с вертолетом? И сохрани. Я ищу путь наверх. Навсегда. Черт! Алекс, ставь взрывчатку. Заряд заложен. Вот теперь они отвлекутся. Так и надо. Теперь к следующему вертолету. Резервы моих бойцов неисчерпаемы. Преступники и террористы разрушают эту страну. Но сегодня Курзакстан истекает. Стой! Там охранник. Наверху лестница, слева. Наблюдай за толпой. Зоркий глаз. Вот черт! Я прикрываю. У тебя кошачья реакция. Вообще-то я собачница. Преступники и террористы. Заряды заложены. Иди ко мне. Мы им покажем. Кто не подчинится мне? Враги могут быть даже среди ваших родных. Чисто, пора. Предатели и заговорщики в наших рядах причиняют неизмеримый вред. Подрывай. Нашему народу. Внимание! Охренеть, Алекс, здорово! Теперь сюда! Налево. Не стреляй. Смотри, сработало. Туда бегут солдаты с базы. Так, машины не защищены. Теперь мы подорвем. Там еще враги. Не отставай. Прощальный подарок по случаю их возвращения. Какая щедрость! Жаль пропускать шоу, но нам пора начинать атаку, пока не поздно. Следующая улица выведет нас обратно в тоннели под дом Тарика. Нас окружают! Сейчас будет взрыв! Направо, Алекс, направо! Твою мать! Окно! Фара, это что еще такое? Ложись. Спрячь оружие. Их слишком много. Они могут быть где угодно. Не шевелись. Не двигай головой. Стой. Балди. Боевой. Вот почему мы сжигаем это место. Может, хоть в этот раз до них дойдет. Все, можно. Сними двух левых. Молодец. Тоннель, быстро. Там могут быть еще враги. Смотри, подкрепление с авиабазы. Наш план сработал.
Стой! Черт! У Тарика открыта дверь. Где Тарик? Мертв. Он никогда бы не покинул свой пост. Пошли. Чисто. Давай спускаться. Пойдем к Хадиру. Вы потеряли хороших людей. Такова цена войны. Мы должны захватить авиабазу, чтобы их смерть не была напрасной. Нас ждет трудный бой. Их тоже. У Хадира есть план.